Всем здравствуйте! У нас снова разговор про архитектуру языка ассемблера RISC-V. Вот. Ежели кто пропустил, у нас была еще одна лекция, посвященная практически целиком именно ассемблеру RISC-V. Мне снова помог провести Doc и Steam Fortress. Вот. Так что, ежели вы не видели, потому что пропустили сообщение, посмотрите, да, она почти ничего не прибавляет к архитектуре, но несколько развязывает нам руки при программировании. Вот, а сегодня мы возвращаемся, собственно, к архитектуре. У нас вместо «здравствуйте» сразу в чатике сокращенец, который говорит, что написал какое-то полезное письмо. Дорогой сокращенец, все ваши письма действительно полезны. Это вот я говорю на полном серьезе. И ежели я на них реагирую медленно или вяло, это просто потому, что я перегружен всевозможными тасками и не могу просто адекватно оценить, не так адекватно выразить, насколько вот то, что вы делаете, полезно. Так что огромное вам спасибо. Сегодняшний наш разговор посвящен, продолжает тему конвенций относительно вызова под программ, которые конвенции тоже, в общем, частично не относятся к понятию архитектуры ВМ, но поясняют, как нам, программистам, жить в мире, в ситуации, когда мы имеем дело с низкоуровневым программированием, мы имеем дело с конкретной архитектурой, и на этой конкретной архитектуре нам хочется сделать себе удобнее. Вот. Да. Напоминаю, что вообще весь моя главная идея, главный концепт вот этого нашего с вами курса и того большого курса, который, возможно, из него получится, а возможно, нет, в зависимости от объема и количества ресурсов, которые мы можем на это потратить. Главный концепт всего этого безобразия состоит в том, что развитие вычислительной техники, в частности архитектуры, идет по принципу challenge response. Возникают некоторые задачи, относительно которых люди говорят, а как бы нам эти задачи решить удобно, как бы нам современные нам челленджи, как это модно сейчас говорить, вызовы. Короче, задачи научиться решать так, чтобы это было быстро и не запутанно, и надежно. Вот. Под это дело изобретается какой-нибудь аппаратный трюк. Под этот аппаратный трюк изобретаются какие-то программные реализации, алгоритмические. А потом все это замерзает лет на 50 и не меняется. Вот. Вот примерно с этим мы будем иметь дело и сегодня тоже. Вспоминаем, видимо, нам хочется вспомнить предыдущую лекцию на тему стека. Вот она, третья. В которой мы сформировали некую несложную конвенцию относительно универсальных подпрограмм. Несложная конвенция относительно универсальных подпрограмм состоит в том, что мы фиксируем, через какие регистры у нас передаются параметры. Мы фиксируем, как именно вызывается подпрограмма и как мы из нее возвращаемся. Напоминаю, что уже эта конвенция слегка ограничивает наши возможности, ибо, как мы видели в этой самой лекции номер 3, можно определить несколько точек входа и входить в подпрограмму из разных мест. Вот. Мы запрещаем модификацию стека. Напоминаю, что утверждение, что стек не модифицируется выше указателя, означает, что ближе к началу стек у нас растет сверху вниз. Мы постулируем, что универсальная подпрограмма должна сохранять адрес возврата. Вот. Мы постулируем, что универсальная программа должна сохранять все те регистры, сохраняемые, которые она использует. Вот. Которые не использует, может не сохранять. Мы постулируем, что в подпрограмме могут быть так называемые локальные переменные, то есть данные, которые мы хотим хранить в памяти, и эти данные хранятся на стеке, ну потому что больше негде. Да? В оперативной памяти постоянно мы можем хранить только константы, которые не хотим менять, иначе рекурсивный вызов приведет к очень странному замещению значений в этой памяти. Вот, что еще? Возвращаемые значения А0, А2, А1.
весь стек, который мы заняли на время работы под программой, должен быть подчищен и освобожден к тому месту, с которого мы начинали. Должны восстановиться все сохраняемые регистры, в том числе регистр адреса. Разумеется, нам потом по нему переходить обратно. Вот. И если мы на стеке сохраняли что-то, стек должен быть подвинут еще в исходное состояние, значит, для того, чтобы, когда мы выйдем из-под программы, значение стек-поинтер оказывалось тем же самым. Ну и возврат понятно. Вот. Пользуясь этой конвенцией, мы можем написать программу, которую я сейчас даже не буду в реал-тайме вбивать, просто давайте попытаемся ее прочитать и осознаем весь ужас. Пользуясь этой удобной конвенцией, а напоминаю, что есть еще конвенции по концевым подпрограммам, которые никакого стека вообще не имеют в виду или, по крайней мере, не обязаны. Концевая подпрограмма – это подпрограмма, из которой больше не вызываются другие подпрограммы. В чем смысл, в чем главное отличие концевой подпрограммы от общей? В том, что она может пользоваться прямо нормальной памятью, а не стеком, потому что на время ее вызова то пространство... Да, спасибо, сокращенец, я постараюсь найти это... А, это вот в сегодняшнем? Ну, давайте попробуем найти. Мне тут уже шлют патчи к конспекту лекций. Сейчас давайте посмотрим. Вот это, да? А7 должно быть. Спасибо, сейчас поправим. Вот, значит, спасибо, дорогой. Вот, так вот, значит, напоминаю, что есть еще концевые подпрограммы, которые отличаются от программ общих тем, что они ничего из себя не вызывают, и это значит, что у них нет необходимости динамически размещать переменные на стейке. Да? Они вполне могут размещать переменные прямо в памяти в секции data, потому что на время работы этой подпрограммы, поскольку она ничего не вызывает дальше, пространство имен у нее как бы уникальное, и она вполне вправе модифицировать это пространство имен. Вот, значит... Вот, значит, программа, которая делает, тупо считает суммой произведения двух чисел. В этой программе у нас используются локальные переменные. Они используются в предположении, что помимо вот этого суммы произведения, наша программа делает еще что-то в этих местах. И в этих местах мы не можем рассчитывать на те регистры, которые мы, значит, пользуемся, а регистрами типа S она не пользуется. На вопрос, зачем я такую подпрограмму написал, ответ вот он, потому что так надо. Я хочу продемонстрировать, как плохо жить без конвенционального кадра. Итак, суммы и произведение двух чисел. Ну вот мы, значит, в main ввели два числа, дальше дернули нашу программу сумму и произведение. Дальше вывели сумму, вывели произведение, на этом закончили. Тут неинтересно. Теперь, значит, наша программа, которая сумму и произведение вычисляет. Согласно конвенции, она сохранила адрес возврата. Согласно конвенции, она завела две локальных переменных. Напоминаю, что под словом «локальные переменные» мы подразумеваем некоторые данные, которые хранятся на стеке, для того, чтобы ими впоследствии пользоваться. В частности, у нас... Оба параметра, то есть, собственно, первый и второй, да, те два числа, суммы и произведения которых мы собираемся вычислять, хранятся в локальных переменных, потому что, напоминаю, у нас программа написана так, что она не рассчитывает на регистры типа S, почему-то, не скажу почему, потому что так надо. Вот, а все остальные регистры могут портиться. Ну, потому что вот у нас тут вот вместо этого комментария, значит, есть код, который все регистры портит. Соответственно, мы сохранили первый параметр в первую локальную переменную, второй во вторую. Каждый раз, когда мы выполняем операцию положить на стек, мы делаем так, как положить значение на стек, прошу прощения. Мы делаем так, как нам предписали. Мы заводим очередной кусочек стека, кладем туда переменную, заводим очередной кусочек стека, кладем туда значение и импульс. Каждый раз, когда мы кладем значение на стек, наше представление о том, по какому смещению относительно вершины стека лежат положенные туда значения, меняется. Вот здесь у нас мы положили на вершину стека наш RA, здесь мы добавили минус 4, и теперь RA у нас со смещением 4, а первая переменная со смещением 0. Здесь мы добавили минус 4, теперь RA у нас со смещением 8, первая переменная со смещением 4, а значит вторая переменная со смещением 0.
Окей. Вот мы, значит, вычислили сумму. Вычислили сумму, эту сумму надо тоже положить на стек, потому что иначе нам код запортит все, а нам хранить их негде. От регистров S мы в этой программе, в этой подпрограмме отказались. Положили мы на стек, значит, нашу сумму, добавили к SP еще минус 4. Теперь у нас раз лежит смещением минус, кажется, 12, переменная первая со смещением минус 8, переменная вторая со смещением минус 4, а сумма лежит со смещением 0. Дальше мы вычислили произведение, снова положили его на стек, теперь у нас, ну вы понимаете. Каждый раз, когда мы манипулируем стеком для того, чтобы разместить там какие-то данные, все наше представление в программе относительно того, где на этом стеке лежат нужные нам данные, съезжает сообразно этому смещению. Мне пришлось сделать два эксперимента или посчитать пальцами, чтобы понять, сколько в результате мы надобавляли в стек данных и сколько надо, согласно конвенции, насколько надо передвигать вершину стека обратно. Очень-очень неудобно. Возникает идея. Собственно, идеи две. Идея первая. Сразу заводить нужное количество данных на стеке и знать вот это число 20 с самого начала. Ну, понятно, да, значит, сразу прибавить 20 и заниматься смещением. И второе, отмерять смещение не от вершины стека, потому что мы, в общем, до конца не знаем, мы все еще можем захотеть добавлять на стек что-то для очень-очень временного хранения. Каждый раз, когда мы добавляем что-то в стек для очень-очень временного хранения, смещение относительно вершины стека у нас меняется, неудобная штука. Вторая идея, значит, не просто заводить сразу большой блок данных для того, что мы собираемся хранить на стеке, а еще отмерять смещение не от вершины стека, а от того значения, которое у нашего стек-поинтера было, когда мы получили, только вошли в вызов функции. Сохранить это значение в специальном регистре, он называется fpointer, fp, framepointer, и мерить от него. Вот смещение от него всегда, всегда будет фиксировано, но не будет меняться никогда. Вот. Как бы мы ни манипулировали со стеком, чтобы мы туда не накладывали для очень временного хранения. Обращаю сразу ваше внимание на то, что в этой конвенции в качестве FP, фреймпойнтера, используется регистр S0. Рекомендация вообще не использовать регистр S0 при планировании ваших вычислений, если это не является жесткой необходимостью. Да? То есть я реально сам наступил на эти грабли, когда готовил пример к сегодняшней лекции. У меня код, который был предназначен для MIPS, разумеется, использовал S0, потому что там FP был выделенный. Вот. Ну и я забыл это поправить. И некоторые программы перестали работать. Да, сразу обращаю внимание, что FP и S0 одно и то же, не используйте S0, используйте его как FP, если вы, конечно, пользуетесь кадром. Вот. Итак, еще раз на пальцах. При входе в функцию мы сразу запоминаем на стеке старое значение фреймпойнтера, то есть это фрейм, из которого была вызвана наша функция, кадр. Сразу заносим в FP то содержимое SP, которое у нас было, вообще не глядя. И это будет кадр нашей функции. Дальше мы начинаем всю обычный пролог. Это все в прологе происходит. Вот дополнение к прологе. Дальше мы начинаем наш обычный пролог, в котором мы сохраняем все сохраняемые значения, все выделяемые локальные переменные теперь у нас приехали в пролог. Мы заранее знаем, какие переменные мы собираемся использовать, и все их заводим на стеке в пролог. В результате вот этих действий мы получаем размер фрейма, размер кадра, потому что мы знаем, что мы здесь сохранили, что мы здесь завели. Вот. И этот размер кадра мы, собственно, и прибавляем в начале, в прологе, к стек-поинтеру, и не паримся. Более того, поскольку исходное значение стек-поинтера теперь у нас лежит в FP,
Вместо того, чтобы вычислять глазками, пытаться пальчиками, мозжечком, пытаться как-то вычислить, а сколько же мы напихали этих самых значений на FP, мы вообще говоря можем в принципе этим не париться, а просто положить обратно из FP в SP. Потому что в FP у нас лежит как раз указатель на SP в том виде, в котором он был, когда мы вызвали нашу функцию. Мы даже высчитывать ничего не должны. Взяли, сбросили, вышли. Вот. Помимо этого, в новой конвенции мы также определяем более четко преамбулу, в которой будет размещение параметров нашей функции. Мы помним, что для параметров функции в RISC-V выделено всего 8 регистров. Соответственно, значит, всего 8 регистров, соответственно, нам хочется предусмотреть в нашей конвенции ситуации, когда у нас передаваемых данных не 8, скажем, 9, 10, сколько. В этом случае 8 передаются на регистрах типа А, 9 и 10 должен передаваться через стек. Это значит, что перед вызовом нашей функции наша преамбула будет размещать на стеке еще сколько-то там передаваемых данных, ну и дальше мы с ним будем работать. Вот. В результате этой преамбулы получится, что мы знаем все наши параметры, и те, которые приехали через регистры А, и те, которые приехали через стек, у них отличное смещение, у них, сейчас покажу, девятый параметр будет лежать просто по адресу FP, потому что мы туда его положили. Это было значение стек-поинтера на момент вызова функции. Десятый со смещением минус 4 от FP. Короче говоря, при такой конвенции мы можем смело передавать сколько угодно параметров нашей функции через стек. Эти параметры, которые размещаются туда в преамбуле, то есть перед вызовом, имеют константное смещение именно относительно FP. Точно так же, как относительно FP имеют константное смещение и те параметры, те локальные переменные сохраняемые регистры, которые мы, значит, сохраняем, отводим в кадре уже в прологе непосредственно после вызова. Вот. Да, стоит не забыть, что нам нужно после того, как мы вышли из функции, выполнить операцию, которую я так и не придумал, как по-человечески называть, которая асимметрична преамбуле, постамбулу такую, да, нам нужно очистить стек до состояния, ну, короче, вытащить оттуда, очистить стек до состояния перед вызовом, то есть, если параметров было больше 8, уменьшить, подвинуть вершину стека немножко обратно. Вот. Вот такая вот конвенция, отличающаяся тем, что мы научились передавать на стеке дополнительные параметры функции и используем фреймпоинтер, кадр, для того, чтобы адресовать данные, находящиеся на стеке, фиксированно относительно текущего значения фрейм. Очень удобно. Понятно, что даже эта конвенция не универсальна. Тут сокращенец замечает, что 10 передаваемых параметров функции – это много. Конечно, много. Но если вы, например, делаете компилятор из языка программирования, то нет ничего более глупого, чем в языке программирования говорить, ваших параметров у вашей функции должно быть столько, сколько по ABI регистров для передачи параметров. То есть неизвестно сколько. В MIPS 4, в RISC-V 8. В RISC-V этом самом с упакованном варианте тоже наверняка 4, там регистров в 2 раза меньше. Ага. Мы получим язык программирования C самого худшего, даже не C, да? Даже в языке программирования C этой строгой зависимости максимального количества передаваемых параметров от текущего ABI нету. Да? Мы получим какую-то жесть. В общем, так никто не делает, поэтому в ABI, конечно же, нужно предусмотреть произвольное количество параметров. И это, конечно же, вот эта конвенция совершенно не является догмой. Мы можем придумать всякие другие. Например, мы можем каким-то образом договориться о том... Вот тут, конечно, непонятно. Ну вот да, вот пожалуйста, Александр отвечает сокращенцу, что даже примитивные функции, типа достаточно примитивные функции, сравнение двух треугольников на плоскости по координатам вершин, вот вам
пожалуйста, значит, 12 чисел, да, 6 координат вершин. Упс. Вот. Понятное дело, что можно в ABI предусмотреть другое. Можно вообще не через стек передавать параметры, а через область памяти. Заводить временную область памяти, передавать ссылку на нее. Но это нас тогда заставляет работать с той операционной системой, с которой мы имеем дело, и рассчитывать на временное выделение данных в памяти. В RARS этого нету, кстати. В RARS выделение только постоянно. Вот. Мы можем, например, фреймпоинтер выставлять не на стек, а на ту часть стека, которая была до преамбулы, да, значит, чтобы все наши параметры адресовались с нуля, а не в минус. Но тогда нам придется как-то передавать еще число параметров. Мы можем еще что-нибудь попросить. В общем, данная конвенция не является догмой, но вот она вполне удобна. Пример. Пример программы сортировки, которая под программой сортировки, которая сортирует элементы в массиве путем, ну, обменная, самая простая сортировка, найти максимум, поменять местами с текущим элементом, или там минимум. Вот. Под программу не концевая, она вызывает под программу поиска максимума. У нас было такое домашнее задание, только более сложное. Вот. Я его специально задал, чтобы мы пострадали при планировании вычислений в регистрах. Обратите внимание, как все упрощается с использованием кадра. Итак, собственно, сама подпрограмма сортировки, она передает, получает в качестве входных параметров А0 и А1 размер массива и, собственно, адрес массива. Выводит она тоже размер массива и адрес массива. Вот. В действительности здесь А0 и А1 и здесь А0 и А1 это одно и то же. Вот. Идея состоит в том, чтобы сделать эти А0 и А1 как бы сохраняемые. Ну, они у нас нифига не сохраняемые по конвенции. Значит, мы просто говорим, ну, смотрите, у нас такая подпрограмма, которая на входе в А0 размер получает в А1 адрес. На выходе она выдает в А0 размер, а в А1 адрес. То, что это один и тот же размер, один и тот же адрес, мы скромненько умалчиваем. Смотрите, раз уж мы договорились, что смещение в кадре относительно FP всегда фиксированы, мы можем для них задать прям константы с помощью equ. И вот у нас будет место для сохранения RA будет называться минус 8 FP, место для сохранения S1 минус 12 FP, ну и так дальше. Значит, что мы делаем? Сообразно конвенции, первым делом сохраняем кадр на стеке. Вторым делом запихиваем в FP текущее значение SP, не меняя его. Третьим делом, то есть это наше текущее значение SP при вызове. Третьим делом берем и добавляем размер кадра к SP, значит, дабы стэкпоинтер указывал на значит, последний элемент в кадре, ну и, соответственно, чтобы можно было добавлять туда. Обратите внимание, что размер кадра таки да, пришлось высчитывать вручную, но это высчитывание вручную было абсолютно тупо и примитивно, потому что вот наши константы на смещение относительно FP, ну вот эта максимальная константа, она же есть размер кадра. Да, значит, вот наша, значит, наш пролог состоит в том, что мы согласно конвенции сохранили FP, переписали SP, создали новый кадр, переставили стек, теперь кадр у нас будет заканчиваться в этом месте. Дальше сохраняем по конвенции туда регистры, сколько там ни на есть, сначала RA, потом S1 и S2. Вот. Обращаю ваше внимание, что эти точечки ничего не значат, они всего лишь точечки для красоты. Дорогой Ямгрут, давайте эти разговоры вести не здесь, а в нашем телеграмном чатике, причем даже не в самом чатике, а в его автопиковой ветке. Там уже эти разговоры ведутся, мы действительно смотрим на альтернативные платформы. Вот. Мне кажется, что пытаться сейчас здесь на этот счет организовать диалог совершенно неконструктивно. Вот. Ну, собственно, дальше идет простейший, значит, кусочек кода, который пробегает по всем нашим адресам нашего массива в рамках этого самого размера. Вот.
Вот здесь мы пользуемся локальными переменными, сохраняем А0 и А1 в локальные переменные. Значит, дальше, понятно, мы пробегаем в цикле по всем элементам нашего массива, дергаем функцию getMin, выбираем минимум, меняем местами минимальный элемент и текущий. Все до безобразия просто. Вот. До тех пор, пока счетчик, размер, тот самый, который у нас был А1, А0. Пока счетчик, который мы передавали в А0, не обнулится, значит, мы посчитали все, что могли. Дальше мы на всякий случай, поскольку нам не гарантировано сохранение А0 и А1, на всякий случай возвращаем на место А0 и А1, который мы будем ретернить. Дальше мы восстанавливаем все восстанавливаемые значения из стека регистров RA, S1, S2. Дальше мы передергиваем наш SP. Обратите внимание, нам даже не надо знать размер кадра. У нас нужный, хороший, годный SP уже лежит в регистре FP. Все. Восстанавливаем старый FP, старый кадр, и возвращаемся. Вот. Такая вот удобная красота. Да, кстати, сама подпрограмма поиска минимума, она совершенно тупая, концевая, не использует стека, все, тут в ней как бы смотреть мне нечего. Вот. Обратите внимание на то еще раз, что даже если мне взбрело в голову здесь, в процессе работы, заводить какие-то суперлокальные переменные, не описанные вот в этом месте, вот тут вот, под смещение f-size и дальше, все равно восстановление стека делается одной командой с помощью вот такого move. Что еще удобнее, если вы чего-то напортачили со стеком, у вас стекпоинтер уехал в какие-то странные места, вы что-то там перехакали случайно вот в этих сохраняемых там, ну, регистрах, не регистрах, но где-то там. Если только вы не попортили то место, где у вас, если вы только не попортили сам FP и не попортили адрес возврата, который у вас лежал на стеке. Вот такая процедура, покореженный стек, возможно, спасет, потому что вы хотя бы вернетесь в то место, если вы не попортили место на стеке, где лежал адрес возврата, вы хотя бы вернетесь туда, откуда пришли. Вот. Такая вот. Да, сокращение, точка перед именами, перед константами, это всего лишь для красоты. Представим теперь, да, начну вот пример программы. Слушайте, давайте я его хотя бы запущу, а то что ж такое-то? Так, куда он сохранился? В загрузки какие-нибудь? А, он в странное место сохранился. Сейчас. Тоже нет. Давай, сохраняйся. Ну. Да блин. Хорошо. Тоже не говорит. О, сохранился куда-то. TMP, Mozilla, фу, давайте так, файл, сохранить как, в, вот сюда куда-нибудь, о, вот сюда вот, sort as, save, вот, да, теперь давайте мы запустим, rars, откроем этот sort, у нас rars, традиционно залезает наружу мою. Вот. Нет, это много. Это тоже много. Вот. Откроем этот сорт. Нифига себе наплодил ассемблерных программ. Во! Вот, значит, вся программа целиком. У нас какой-то массив. Вот его ввод, вот его вывод. Вот это наша подпрограмма. Пробуем. Значит, вот у нас до нуля. Программа написана так, что вводится до нуля. Вот мы вводим что-то. Ой, это была ошибочка. Еще разок. Ноль. Ну вот, смотрите, вот он вывел 0, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7.
Вот. Давайте еще из командной строки его запустим ради интереса. Ой, неправильно. 0. Так. Ну вот. Обращаю ваше внимание, что это мой скриптец, который вместо просто rars запускает вот такую rars, ae, ae, sm, ae, вот всю вот эту вот бильберду. Так, тут какое-то ценное замечание от Александра, которое я не в состоянии осознать. Давайте мы с вами свяжемся в основном чатике телеграмки и обсудим этот вопрос. Возможно, правы вы, а возможно, прав я. Мне кажется, что прав я, но, зная ваш опыт, я не буду это утверждать прям вот наверняка. Вот, пожалуйста, давайте напишем, свяжемся в телеграмке там, и если вы правы, я, конечно, все поменяю. Какой floating point? Причем здесь floating point? Уйди, floating point. Вот, значит, промышленные конвенции, да. Ну так вот. Даже эта конвенция, которую мы сейчас применили, она, в общем, как мы видим, очень неплоха для ручного программирования на ассемблере, потому что у нас теперь есть четкая привязка к месту, где лежат сохраняемые данные, локальные переменные. Вот. Но, разумеется, она не учитывает большого количества юзкейсов, которые могут возникнуть при программировании вообще, а уж при трансляции из языков более высокого уровня в ассемблер, в частности. Например, мы вообще ничего не рассказали в этой конвенции про floating point calling convention, который у нас тоже есть. Там есть сохраняемый регистр, есть несохраняемый, вот это все. Мы ничего, как уже говорилось раньше, в этой конвенции не рассказали про, например, то, как передавать большие массивы данных. Явно передавать их на стеке идея плохая, хотя с точки зрения архитектуры, например, RARS, может быть и не такая плохая, потому что, ну, если этот массив данных уже лежит в памяти, мы просто передаем его адрес, да? А вот если нам нужно его сформировать, а потом передать, то тогда, видимо, надо сначала где-то в памяти заказать память, туда скопировать этот массив, передать, а потом эту память освободить, да? Вот системный вызов. Выделить память в RARS есть, а освободить память нету, об этом мы чуть-чуть поговорим. Что еще? Мы вообще не знаем, насколько наши процедуры имеют право на побочный эффект или нет. С точки зрения ассемблера, конечно же, имеют. А вот с точки зрения языков программирования более высокого уровня, иногда бывает очень важно проверить, что память вне стек не модифицируется вообще. Да? Такая конвенция тоже может быть. Например, ситуация, когда мы не возвращаем какой-то кусок памяти. Мы должны возвращать много-много ячеек. Это значит, что нам нужно выделять память где-то. Нам нужно эту память где-то выделенную передавать адрес, видимо, ее размер в качестве возвращаемого значения. Для этого у нас есть 0.1, конечно. А потом в той самой части, которая постамбл и что-то такое, эту память еще кто-то должен освобождать. Вот. Ну, то есть я выделил, а ты освобождай. Ну, в общем, или наоборот, в преамбуле эта память выделяется и в постамбуле освобождается. Все это нужно включить в конвенцию, она получится громадной, неподъемной и вообще. Вот есть несколько примеров живых конвенций, которые существуют в данный момент для RISC-V. Они в процессе жесткой разработки. Конечно же, первым делом, разумеется же, была разработана конвенция для операционных систем, для стандарта ELF. Вот. Но и она довольно сложная, можно туда заглянуть, она реально сложная. Там есть много всяких хитрых штук, про некоторые из них я сейчас расскажу. Вот. Конвенция на встраиваемой IB, вот такая, которой мы с вами пользуемся для линейной модели в RARS, для RISC-V, значит, сейчас только-только на стадии разработки. Люди пытаются как-то договориться. Вот, ну, как бы мы с вами в данный момент вот живем прямо на рубеже всего этого безобразия. Вот. И, собственно говоря, о промышленных конвенциях, связанных в первую очередь с трансляцией с более высокоуровневых языков. Ух ты! Хорошее слово. Надо будет это слово перевести на русский. Вот.
Значит, говоря о промышленных конвенциях, можно по себе представить, не прорабатывая детально, конвенцию следующего образа. Например, фрейм у нас фиксированного размера. То есть количество локальных переменных внутри фрейма ограничено. В этот фрейм фиксированного размера сохраняются без разбору все регистры, которые мы должны сохранять. Потом оптимизатор придет, что-нибудь выоптимизирует, если мы их не трогаем. В этом регистре, в этом фрейме мы вообще всегда знаем четкое смещение. В этом случае, если у нас трансляция происходит с языка более высокого уровня, мы можем в преамбуле, в постамбуле вставлять все, что угодно, потому что нам транслятор их сам сделает вместо нас, и поэтому мы можем формирование стека туда вставить, формирование кадра, формирование тех областей данных, которые не влезли во фрейм, и потом их очистку, ну, короче, сделать очень мощную обмазку вокруг, собственно, процедуры вызова. Вот. Возможно, какую-то программную защиту на предмет проверки, а не снесли ли мы стек по ходу. В общем, много интересного. У промышленной конвенции такого вида фиксированный фрейм, вообще фиксированного размера, и там программная защита, есть один очень важный бонус. Такого рода программы очень легко отлаживать. Рассматриваем стек вызовов наших процедур. Мы просто знаем, что на стеке лежит вжик, блок параметров, фрейм. За ним следующий фрейм, за ним следующий фрейм. Все они одинакового размера. В этих фреймах в нужном месте лежит ссылка на предыдущий фрейм. В общем, песня, она же сказка. Вот. Просматривать все это очень удобно прямо глазами. В действительности конвенции промышленные гораздо более сложные. Там, потому что, ну, понятно, кто будет тратить столько стека на ненужные вещи. Вот. В действительности в них и фиксированный фрейм используется, и, значит, ситуация, когда мы в фрейме не храним то, что хранить не надо. Ну, в общем, они сложнее. Но идея понятна. Такого рода договоренности уже в первую очередь предназначены для трансляции, а не для рук, потому что руками все это делать задолбаешься. Вот. Но они же предназначены для последующего удобного высокоуровневого инструментария. Сокращение. Вы приводите пример, пример инструкции push, которую а. не существует в RISC-V, б. Даже ее реализация в RISC-V, в общем, плохая идея. Так что мне кажется, что в данном случае ваше возражение непонятно к чему относится. Вот. И поп тоже. Значит, в x86 действительно есть поддержка аппаратной push и pop, там они используются, в RISC-V вы нет. Вот. Еще раз повторяю, если есть какие-то претензии к текущей лекции, которые я, к сожалению, пока понять не могу, да, давайте их сначала обсудим в чатике. Если я не прав, я поправлю здесь и там. Вот. То есть пока что я не понимаю, о чем идет разговор, и, видимо, не пойму, потому что мы идем дальше. А, собственно, мы уже почти пришли к концу. Эта лекция оказалась какая-то маленькая. Я знаю почему. Я очень мало программировал перед вами на ассемблере. Все больше показывал код. А показывать код — это гораздо быстрее. Его не успеваешь прочитать. За что, собственно, прошу прощения. Наверное, имеет смысл таки руками написать какую-нибудь простую функцию. Вот. Заодно убедиться, что она работает. У нас еще 45 минут, а остались только системные вызовы. Так, у нас есть необсужденная тема про PLT и год, но давайте мы ее отложим на время. А пока что действительно запустим RARSIC и напишем что-нибудь в соответствии с той конвенцией, которую только что мы так радостно постулировали. Да? Значит, даже не знаю, там нам нужно, понимаете как, нам нужно предусмотреть какой-то сохраняемый. Давайте это сделаем руками, да, давайте мы воспользуемся волшебным термином из лекции. Здесь какой-то код, который портит регистры, да, и руками реализуем что-нибудь очень простенькое, просто с соблюдением всех норм конвенции. Ну, например, сделаем какую-нибудь функцию типа max. У нее, значит, будет параметр. У нее будет параметр А0, А1,
да, макс, а 0,1. А выводить она будет, а возврат 2,0, да. Вот, значит, давайте соблюдать конвенции. Значит, чтобы соблюдать конвенции, напишем точка, прям скопипастим из лекции эти EQV. Что у нас там? А, ничего не нужно. Ну, давайте, да, точка EQV. Что мы хотим? RA мы хотим. И давайте S1 на всякий случай. Просто ради прикола. RA. Еще раз, да, эта точка просто для красоты. Могу ее убрать, если хотите. Раз. RA минус 8 и S1 минус 12. Шикарно. Значит, RA минус 8 это от FP. FP это был не GP. S1 минус 12. Что мы делаем первым делом согласно конвенции? Согласно конвенции, первым делом мы сохраняем на стек этот самый фреймпоинтер. Да? Тот, который старый. Прям вот не глядя. FP на минус 4 от SP. Дальше. Тут же, согласно конвенции, мы заполняем, начинаем создавать новый фрейм. Да? Тут же, согласно конвенции, мы можем теперь уже смело сохранять возвращаемые значения и все остальное. Ага, давайте поговорим про это. Вот сейчас мы сделаем то же самое, и вот теперь я уже понимаю, о чем говорит сокращенец, и обсудим то, что он говорит. Да. Значит, что мы делаем? Мы сохраняем RA на туда, куда надо. Мы сохраняем S1 туда, куда надо. На этом наш преамбл S1, я сказал. Сейчас, давайте мы оттестируем и поговорим про то, что вы говорите. Я, кажется, понял, о чем вы, что вы хотите сказать. Но давайте его. Значит, что там не ад, а что там макс, да? Значит, еще раз напоминаю, что функция абсолютно бессмысленная. Нам не нужно было сохранять S1, но мы его сохранили просто ради прикола. Сейчас мы в этот S1 положим минимум, потом переложим его в A0 в качестве ретерна, а S1 восстановим. Значит, B это максимум. Больше, чем, значит, что там, A0, A1. Max GT. Мы в A1 S1, да, мы решили в S1 это делать. А у нас кто больше? Получается, A1 у нас больше. Ент ГТ. Да. Я сейчас не думаю. Можно было, наверное, написать эффективнее, но мне сейчас это не очень важно. Мы в. Тем более, что мы все равно пишем бессмысленную функцию, которая, по идее, так работать не должна. Вот. Ент gt. Мы испортили регистр S0, обязаны его вернуть. Значит, мы в A0 S0. Это наше возвращаемое значение. Load word. Только не S0, а S1, конечно. S1. S0 это FP. Load word S1.S1, вернули S1. Load word RA.RA. Дальше, согласно конвенции, мы должны восстановить фреймпоинтер, восстановить стекпоинтер. Да? Значит, только вот в моем случае я делаю это в одном порядке, а мне советуют делать это в другом. Да? Сначала стекпоинтер, а потом фреймпоинтер. И вот это вот инструкция, про которую, собственно, оба человека, и Александр, и сокращенец, высказываются как опасные. Вот. Ну, собственно, и в старте, при старте такая фигня. Сейчас давайте посмотрим на это.
Значит, сначала мы восстанавливаем, значит, МВ СП FP и load word FP минус 4 от SP. Ред. Вот такая вот фигня. Вот эта функция, которая вычисляет максимум. Давайте попробуем ее запустить в конце концов. Значит, A05 ECall MV S1 A0, только не A05, A7. Да. Еще одно введем. МВ ли А75 ЕКОЛ, кстати, можно было не менять, они вроде как не меняются, это от А7, да. Дальше у нас в А0 есть уже МВ А1 С1, вызываем наш МАКС, он в А0 возвращает ли А7 5 1 ЕКОЛ или А7 10 ЕКОЛ. Что-то в таком духе. Пробуем. Сохраняем, называем его Макс. Вот. Где я ошибся? Синтаксическая ошибка. В смысле, опечатка. Поехали. It works. Вот. Значит, вот, устыдившись того, что я перед вами ничего не программирую, я вам в прямом эфире напрограммировал функцию сообразно новой конвенции, и к этой конвенции у двух присутствующих здесь людей есть претензии, которые заключаются в следующем. Предположим, мы, правда, это еще не проходили, но мы это пройдем. Мы пользуемся такой конвенцией использования нашей памяти, при которой, кстати, эта конвенция имманентна RARS-у, вот в RARS это именно так, при которой прерывание, то есть обработка нашей environment, нашей средой, каких-то событий, происходящих в этой среде, происходит в том же адресном пространстве, прямо в том же, что и наша основная программа. Мы действительно будем с этим иметь дело. Если это так, то дополнительное еще одно свойство этой конвенции, совсем уже адовое, но тем не менее такое тоже бывает. Каким стеком обработчик прерывания, который внезапно выпал из обработки нашей программы и обрабатывает какой-то кусочек кода, предназначенный для там, ну не знаю, обработки ввода или чего-то такого, каким стеком будет пользоваться этот самый обработчик? Поскольку у нас нету для него другой памяти, скорее всего, он, обработка прерываний в пользовательском пространстве, будет использовать тот же самый стек, что и мы, прямо в него. И это значит, что в любой момент времени, это то, о чем говорил Александр в самом начале, вот здесь, в любой момент времени мы должны содержать наш стек-поинтер в таком порядке, что когда вот здесь, в этот момент, мы внезапно упадем в обработчик прерывания, обработчик прерывания знал, что на вершине стека лежит значение, а на смещении минус 4 свободно. И мог его использовать. Еще раз, эта штука нужна только в случае конвенции, когда у нас очень плотно упакованные регистры и обработчика прерываний происходит в user space, а именно с этим мы будем... Нет, регистр у нас не упакованный, а вот обработчики прерываний в user space у нас буквально в следующий раз будут. Или через раз. Вот. В любой момент времени состояние стэкпоинтера должно быть так устроено, что тот, кто им пользуется, имел, чтобы он имел право вот на этот минус 4, по адресу минус 4 TSP что-то положить. В нашей конвенции эта штука не учитывается вообще никак. Спасибо обоим комментирующим за замечание. И получается, что вот если в этот момент времени пришел суровый environment и сказал, пора обрабатывать прерывание,
и начал использовать наш родимый stack pointer для того, чтобы какие-то свои собственные делишки делать, а он ему понадобится, потому что там нужно контекст сохранять, вот это все, мы про это поговорим через раз, то он нам затрет FP вот здесь, потому что к тому вот в этот момент stack pointer указывает не на конец стека, а на предпоследний вычей. И это, конечно, совсем неправильно. Что мы можем сделать? Поскольку у нас есть временные регистры, и поскольку обработчик прерываний, в отличие от подпрограммы, не должен портить никакие регистры по выходу, в том числе и временные, ну потому что мало ли когда он возникнет, мы можем слегка, вот по предложению Александра, слегка эту штуку модифицировать. Значит, еще раз повторяю, все это связано с будущей темой при прерывании, и мне придется повторить всю эту машинерию в следующий раз. Более того, я, скорее всего, в рассказе про прерывание этот момент отдельно отражу, то есть в конспекте данной лекции оставлю так, напишу замечание, что это небезопасно, но поменяю конвенцию уже при разговоре о прерывании. Но поскольку такая тема возникла, и целых два человека хотят, чтобы справедливость восторжествовала, пускай она восторжествует. Итак, нам нельзя оставлять стэкпоинтер в состоянии, когда он указывает не на вершину. Да? Вот. Ой, слушайте, я знаете, что здесь забыл добавить? Сейчас. Знаете, что я забыл добавить? Еще add double забыл добавить. Вот тут вот. Я забыл, а господа комментаторы, которые заботятся о этом самом, да? Размер фрейма у нас сколько? 12? Значит, 12. Давайте даже так вот. А здесь, соответственно, минус офсайз. А, здесь ничего не нужно. Вот, извините, забыл это сделать, это важная вещь. Работать-то оно и так будет, но так мы стек портили с вами. Вот, значит, да, так вот, значит, что мы должны сделать? Мы должны в процессе работы каждой инструкции сохранять стек-поинтер в состоянии, когда сверху на него можно, когда он указывает на свободное место. Какие варианты? Вариант, например, где там у нас Александр? Да, наверное, вот так вот. MV T0 FP. Так. Дальше. Вот этот add i. В этот момент стэкпоинтер чистый. В этот момент стэкпоинтер указывает уже на конец фрейма. Вот. Дальше. Так. От FP. Сейчас. А почему вот так нельзя сделать? Зачем? Стойте. А может чуть-чуть. Ты ноль. Не-не-не, стойте, я что-то путаю. Здесь вот SP. Дальше мы его перенесли на конец, и он больше не страдает. А здесь от ты ноль. О! Да? Комментаторы, проверяйте. Смотрите, что я делаю. Я сохранил стек поинтер во временном регистре. Мы имеем на это право, регистр временный. Я передвинул стек поинтер на конец фрейма, не парился. Теперь, что бы ни случилось, у нас будет размещение где надо. Вот. Я сохранил фрейм поинтер там, где полагается. Ну и дальше, в общем, пошла писать губерния. А, вот здесь еще не, да, еще вот тут не так. Стойте. Нет.
Вот здесь вот еще. Обновил фреймпоинтер. С этого момента я буду ходить к фрейму. Да? До этого у нас фрейм указывал на старую функцию, после этого на новую. Мы единственное, в чем разошлись, у нас в какой-то момент фрейм указывает не туда. Ну и пускай указывает не туда. В общем, как-то так. Значит, если есть какие-то соображения, как это сделать. Да, и та же самая фигня вот здесь. Вот, да, мы хотим вот это. Вот это мы не хотим. Да? Вот в этот момент SP может быть не там, где надо. Значит, MV T0 минус 4 от FP. Короче, давайте мы с вами проверим, да, более безопасную конвенцию. Когда будем говорить про прерывание, как раз про нее еще раз поговорим. Но мне кажется, что я прав. Да, вот здесь вот написано тогда. Вот теперь мне кажется, что я прав. У нас как бы атомарно SP всегда указывает в хорошее годное место. Есть момент, когда он разъезжает с фреймом, но, извините, одновременное атомарное значит, управление и тем и другим невозможно. Вот, давайте проверим, что это вообще работает. Не MV, а LV. Здесь MV. Ну вот. Значит, возможно, это более правильное решение. Тут идут разговоры о так называемой красной зоне. Красная зона – это аппаратная штука, которая позволяет немножко баловаться с... Слушайте, нет, не буду рассказывать. Я не все знаю до конца. Может быть, почитаю, расскажу. Вот. Дорогой зигзаг, он написан на Java, работает везде, эмулятор RARS. Если вы до сих пор к этому не присоединились, то в какой-то момент вам станет уже не очень интересно, что происходит у нас на лекциях, потому что без домашних заданий, конечно, довольно бессмысленно все вот это слушать. RARS написан на Java, в этом его недостаток, но в этом же его достоинство, он может быть запущен где угодно. Кстати, вы могли этот факт наблюдать по много раз на лекциях. Удивительный вопрос. Вот мы и потратили те самые полчаса, которые мне казалось, что у нас есть. Осталось полчаса до конца лекции. Давайте чуть-чуть проговорим про штуку, которая называется системные вызовы. Собственно, этот разговор знаменует переход наш от домашних заданий, которые можно скормить Еджаджу, к домашним заданиям, которые не всегда можно скормить Еджаджу, к сожалению. Вот, потому что... потому что во, слушайте, смотрите, тут сокращение говорит, что фреймпоинтер не используется. Я обещал рассказать, давайте расскажу. В промышленных конвенциях, в первую очередь, разумеется, связанных с поддержкой выполнения программ операционными системами, ну и, понятное дело, компиляции с более высоких языков программирования. Тут вот сокращенец смотрит, как происходит компиляция на C. В промышленных конвенциях, конечно, такой простой штуки, как просто кадра, недостаточно. Недостаточно почему? Недостаточно потому, что в действительности, когда вы пишете программу под операционную систему, скорее всего, эта программа пользуется какими-то библиотеками. Ну, например, исполняющие системы EC, то есть библиотека Libc. Поскольку большинство операционных систем, они еще и как бы устроены как многозадачные, хорошая идея, придуманная давно тому назад, состояла в том, что вы берете эту библиотеку, загружаете ее в память и держите ее в памяти до тех пор, пока среди ваших много задач существуют задачи, которые эта библиотека нужна. Одна библиотека на все задачи, разумеется, там есть ограничения, значит, только на чтение, области для записи отдельно создаются, это не важно. Важно то, что один символ, одна функция обслуживает сразу много задач.
При такой схеме, при динамической компоновке исполняемых файлов, одним позиционно независимым кодом, а мы знаем, что у нас RISC-V генерирует всегда позиционно независимый код, не обойтись. Вот по какой причине. Смотрите, вот у нас есть, допустим, наша программа, написанная вполне себе позиционно независимым. Тут нигде нету load address, да? В позиционно независимом виде, но, к сожалению, тут нигде нет слова load address. Давайте его введем ради прикола, просто вот, просто чтобы было понятно. Значит, дата. Точка. Вот. 500. Да. Точка текст. Ла. Да можно даже LV. Т0А. Да. Совсем простая штука. Вот. Значит, смотрите. Как уже утверждалось, в случае RISC-V код всегда позиционно независим. Например, мы взяли нашу функцию main. Давайте, да, это была функция main. Вот, мы взяли в нашей функции main, выполнили команду lv load word, и позиционная независимость была соблюдена следующим образом. Мы сформировали в регистре T0 адрес, являющийся смещением между адресом функции main 44.0 и адресом переменной A глобальной 1001.4.0. Вот это смещение мы записали в регистр Т0, поскольку у нас только 20 битов было на этот счет, значит, нам пришлось немножко поэкономить, там еще 12 битов надо будет дописать вот здесь. Дописали туда оставшиеся 12 битов, оказалось, что они не нужны там 0, но это не важно. Важно то, что в конце концов в регистре Т0, он же X5, сформировался абсолютный адрес переменной А, но сформирован он был позиционно независимо. Мы вместо того, чтобы вбить туда 1001.4.0, а оно туда сейчас вобьется. Вот. Да? То есть вот в этот момент оно туда вбилось, 1001.4.0. Вместо того, чтобы бить туда 1001.4.0, мы вбили туда смещение вот этого FC10, расстояние между между program counter, значением счетчика команд 44.0 и адресом. Однако эта штука перестает работать в случае, если одно из этих имен динамически загружается в момент загрузки программы в память. Предположим, функция main – это функция из библиотеки. Это значит, что на момент компиляции, трансляции этой функции, мы вообще не знаем, какой у нее будет адрес при загрузке в память. Помните, динамическая компоновка – это загрузка многих библиотек в память, они там сидят, и в каждой новой программе, если такая библиотека уже загружена в память, то символы берутся прямо оттуда. Где они там? Вот куда загрузили, там они и есть. И это означает, что в нашем коде мы теряем возможность прямо в самом коде написать вот это смещение между программ-каунтером и данными. Почему? Потому что данные, допустим, известны, где лежат. Да? 1001.4.0. А вот адрес программ-каунтера совершенно не обязан начинаться с 40.000, потому что эта библиотека загружена в другое место. Значит, что с этим можно поделать? Как правильно замечает тут Александр, если у нас память, вся программа целиком загружена в какое-то произвольное место, можно просто использовать адрес, регистр под названием Global Pointer и через него все делать. Собственно, да? Но есть проблема, если у нас есть хотя бы две библиотеки, которые в памяти как-то загружены, то для каждой из них вот это смещение будет разное. Каждая библиотека загружена сама в свой адрес, и нам нужно понимать, где находится этот чертов main или где находится этот чертов print на самом деле. Вот для этой цели используется фигня, которая называется Global Offset Table.
Это банальная двойная косвенная отрицация. Когда мы загружаем какие-то символы из библиотеки, вместе с этими символами приезжает табличка, в которой написано: данный символ загружен в память по такому-то адресу. И когда мы пишем большую программу под операционную систему, вместо того, чтобы ходить непосредственно по этому адресу, мы ходим сначала в год, в Global Asset Table, там мы находим ячейку, в которой написан реальный адрес того символа, который в данный момент загружен, и ходим дальше. Вот. Это в случае, если мы не можем на время прогрузить этот самый ГП и прям ходить туда. Вот. Просто банальная двойная косвенная адресация. Поскольку мы изначально в момент трансляции не можем определить, где у нас будут лежать символы данной библиотеки, они могут быть при загрузке в память загружены в разные места памяти, то мы сделаем это в момент загрузки в память. В момент загрузки в память мы сформируем список адресов экспортируемых символов, и когда мы загружаем туда нашу программу, которая пользуется данной библиотекой, она заполнит Global Offset Table реальными адресами, где лежат эти символы. Жмук-жмук. Двойная косвенная адресация. Но дальше больше. Мы можем захотеть по разным причинам, которые сейчас мы точно обсуждать не будем, потому что эта тема более глубокая, чтобы адрес символа разрешался даже не в момент загрузки программы в память, а в момент первого вызова этого символа. То есть адрес под программой нам до конца неизвестен, пока мы эту программу не вызовем. Вот. Этому служит более сложная конструкция, которая называется PLT, Procedural Linkage Table. И если очень огрублять, она работает так. Вместо того, чтобы перейти прямо по адресу вашей подпрограммы, вы переходите по адресу внутрь, это прямо делаете jump and link по адресу внутрь этого Procedural Linkage. Там лежит маленькая программка, которая делает следующее. Когда вы первый раз... Значит, нет, вы идете в год, в этом годе написано, где лежит адрес подпрограммы, вы идете в этот адрес подпрограммы, но вместо этого попадаете в PLT, а в PLT есть специальная подпрограмма, которая работает так. Когда вы ее первый раз вызываете, она находит вам настоящую функцию в настоящей библиотеке и записывает этот адрес в год. Соответственно, когда вы вызываете второй раз, у вас в год уже лежит настоящий адрес настоящей функции в настоящей библиотеке, вы его вызываете. То есть первый раз вы прыгнули туда, там был стаб, который сначала поискал нужную функцию в нужной библиотеке, нашел ее, расписал год. Второй раз вы спрыгнули туда, а там уже лежит адрес этой функции. То есть связывание может происходить вообще в момент вызова подпрограммы. Если я не ошибаюсь, в ELF это все-таки не так, но идея вам понятна. Так что понятно, что все эти затеи с фреймами, они ничего по сравнению с тем, что нам предлагает операционная система, и там может быть много разных других конвенций. В том числе, прошу заметить, именно поэтому у нас регистр S0 не прибит гвоздиками к регистру FP, то есть вы можете использовать конвенцию, в которой есть фрейм, и можете использовать конвенцию, в которой фрейма нет. Такие дела. Так, системные вызовы. У нас осталось 15 минут, я чуть-чуть даже выжил время. Я, с вашего позволения, опущу ту часть, которая относится к первому курсу, что такое операционная система, бла-бла-бла-бла-бла. Вот это все, ну, как бы немножко не для нашей с вами аудитории разговор. Вот. Поэтому скажу только одну вещь важную, которую стоит понимать. В былые годы архитектура EVM была довольно простой. У вас была программа, у вас была operating system, то есть некий программный код, который обеспечивал вам унификацию, разделение и учет ресурсов вашей EVM и позволял вашей программе пользоваться ресурсами EVM А вне зависимости от их там конкретной реализации, ну, например, файлами вне зависимости от файловой системы или там передачи данных вне зависимости от конкретного чипа. Б. Пользоваться внешними ресурсами, не мешая другим, и вы как-то со стороны вот этого кода, который делает унификацию разделения, учитывать интересы всех, чтобы там все ресурсы не сожрала только одна программа, все остальные, значит, оставались ни с чем. Вот. Это вкратце определение операционной системы и, собственно, ядра операционной системы, которые программно реализуют вот эти функции унификации, разделения и учета.
Соответственно, в былые времена, когда вы из вашей программы говорили, ну вот с этим ресурсом, с этим внешним устройством, там, с памятью, я, программа, сама работать не могу, давай операционная система, сделай мне хорошо, предоставь мне доступ к памяти, выдели мне память, предоставь мне доступ к компорту, ну и что-нибудь такое. По этой причине системные вызовы получили название системные вызовы. Да? Значит, что такое ядро операционной системы? Это код, который выполняется на той же, на том же компьютере, на котором вы, собственно, запускаете вашу программу. Вы тем или иным способом осведомлены о наличии этого кода, потому что у него есть там адрес в памяти, ну, как в MIPS, например, есть адрес просто во втором, в третьем-четвертом гигабайте памяти. Да? Вы точно знаете, что этот код работает с теми, с той же железкой, с которой работаете вы, да? Просто у него есть больше прав, и вы, собственно говоря, в, ну, потому что, например, выделение памяти, конечно, если каждая программа будет выделять себе память сама, то будет очень плохо. Да? Потому что у него есть больше прав, потому что он больше знает, и вы вызываете просто какую-то, грубо говоря, подпрограмму из ядра. И эта подпрограмма из ядра будет делать примерно то же, что делал бы обычная подпрограмма, но там, сказать, за какими-то, значит, исключениями, с более строгими конвенциями по сохранению регистров. Код ядре, как правило, обладает другими правами по отношению к всевозможным внешним устройствам. Вот, об этом мы еще будем говорить потом. То есть необходимо разделение на так называемый user mode и supervisor mode. Некоторые инструкции по работе с вашим компьютером в user mode вообще недоступны совсем. Доступны только в supervisor mode. И вот этот supervisor mode включается на момент вызова системного, на момент произведения системного вызова. Вы вываливаетесь в адресное пространство ядра, делаете там все, что надо, возвращаетесь обратно. Однако, время шло, и выяснилось, что помимо настоящей операционной системы, мы, при выполнении вашей программы, может быть такая штука, что то, к чему вы обращаетесь, это вообще не операционная система. Это, например, чисто аппаратура, которая умеет делать то, что вы от нее хотите. Ну, как вот BIOS в свое время умел делать. Или, наоборот, это хост-система, внутри которой запущена виртуалка, внутри которой запущена ваша операционная система. И вы обращаетесь непосредственно к хост-системе, прямо вот туда. Ну, например, посчитать, а скажи мне там, расскажи мне бинкаутер, много ли я сожрал уже ресурсов в системе виртуализации, не пора ли заканчивать. То есть, понятие того, кто выполняет системные вызовы, с изобретением виртуализации и вообще вот этого всего очень размылось. Поэтому последнее время я буду говорить слово «системный вызов», потому что я привык вот за все те годы. Но в последнее время это понятие очень размылось, и, допустим, в RISC-V то, что всегда называлось системным вызовом, называется E-call, Environment Call, обращение к вышестоящему окружению. Мы потом поговорим про понятие семихостинг, видимо, не сейчас, времени уже нету. Вот. Но да. Итак, что получается? Мы хотим что? Мы хотим, что мы знаем, что окружение, в котором запускается программа, умеет выполнять какие-то функции, которые мы не умеем выполнять, или не можем, или не хотим, или у нас нет прав, или так дальше. Что это за функции? Внешнее устройство. Или у нас этих устройств вообще в окружении нету, в нашем окружении, а в вышестоящем они есть, вот RARS так устроен. Или есть какой-то сложный код, который делает сильную, значит, унификацию, но при этом нельзя к этому устройству ходить напрямую, чтобы все не поломать. И так дальше, и так дальше. Это тот запрос на аппаратную поддержку, который приводит к наличию системного вызова или environment, E-call. Вот. В случае системного вызова происходит фигня, которую я уже описал. У нас есть ядро операционной системы, оно работает в другом режиме, оно имеет доступ к тому, к чему мы не имеем доступа. Мы вызываем системный вызов, мы переключаемся в другой режим работы процессора, возможно, там даже другой набор регистров и другой стек. Ну, вот это вот все. А потом мы валимся обратно. Вот.
Но если все генерализировать, вообще говоря, неизвестно, что происходит, когда мы вызываем этот системный вызов. Может, мы просто перевалимся в некоторое соседнее пространство и выполняем обычную подпрограмму, просто у этой обычной подпрограммы более жесткие требования к тому, что она делает с регистрами. А может быть, мы наоборот перевалимся куда-то к системе виртуализации, в нашем случае в RARC. Говорим, дорогая Java, Java, даже не вот RISC-V, а Java, на которой написан RARC. Введи мне, пожалуйста, целое число, только нарисуй мне картинку красивую. Вот вам, пожалуйста, типичный eCall, то есть мы запросили функциональность даже не на операционной системе, даже не нашего процессора, а environment, то, внутри чего наш процессор кажется настоящим. Вот. Ну вот, соответственно, в RARC есть куча системных вызовов, которые мы с вами уже пользовались. Вот они. У них довольно жесткий формат по вызову, который говорит о том, что все регистры, кроме тех, которые явно меняются, должны сохраняться. Вот. То есть, что бы мы ни производили, какой бы eCall мы ни делали, в результате все, кроме того, что явно написано, кроме возвращаемых значений, останется таким, как есть. Вот. Стандарт, конвенция такая, что параметры передаются через А0 или через А0А1, в случае вещественных через F0 и там F0 и F1, а возвращается тоже через, ну и так дальше до 8, а возвращается через А0, А1, F0, F1, ну точно так же. Мы уже знаем системные вызовы ввода, вывода и остановы системы. Вот. В числе прочего у нас есть системный вызов, например, выделение памяти на куче. Напоминаю, что куча – это пространство памяти, которое растет снизу вверх. Вот здесь где-то оно было. Хип 1004-40. Вот с этого места растет куча. Значит, до этого места можем размещать свои глобальные данные. А вот с этого места растет куча. Она растет навстречу стеку. И в этом месте операционная система нам выделяет память, когда мы у нее запросим. Настоящая операционная система умеет память выделять и освобождать. RARC ничего такого не умеет. Вы просите у него выделить память, он ее выделяет, больше не освобождает никогда. Но, по крайней мере, есть механизм динамического выделения памяти нужного размера. То есть вы говорите, записываете в А0 размер памяти в байтах, вызываете девятый системный вызов, вам возвращается адрес этой памяти в байтах. Было бы чуть-чуть, если бы я столько не болтал, хотя, что значит болтал, тут делать-то нечего. Смотрите. Ли А0, ну скажем, 100, ли А7, 9, eCall, и давайте еще раз. Да. Вот мы положили 100 байтов, мне, пожалуйста, дорогая, заведи на куче. Вызвали системный вызов, нам приехал адрес на куче 1004-40. Я сейчас вангую, что мы сейчас запросим еще 100 байтов на куче, нам приедет адрес 1004-0064. Проверяем мое вангование. Так оно и есть. Нам выделили один кусочек, а за ним второй. Освобождать эту память RARC не умеет, но зато умеет выделять динамически столько, сколько мы захотим в процессе работы программы. Вот. А дальше больше. Мы можем узнать системное время, мы можем приостановить выполнение на сколько-то, на какое-то время, мы можем выводить не только десятичные, но и шестиричные, двоичные или даже десятичные беззнаковые числа. Вот. Это все такой типичные сисколы, которые в RARC реализованы. Но в RARC также реализованы не только сисколы, но и еколы в том смысле, что мы можем воспользоваться доступом к таким штукам, которых в нашей архитектуре нет вообще. Вот. Например, генератор случайных чисел с сидом.
Это такой чисто Java генератор. Мы обращаемся прямо к Java машине, говорим, давай к Java машине, дай мне случайное число. Причем ему можно задать, этому случайному числу, ну, как бы зерно, то есть у вас будет воспроизводимая последовательность псевдослучайных чисел. Понятное дело, что это уже функция отнюдь не операционной системы, а никого с точки зрения нашей архитектуры EVM этого места не существует, с точки зрения объемлющей environment, объемлющей в объемлющего окружения, эта фича существует. Да? Мы можем, например, вот вывод оформить в виде джавских окон. Смотрите, какая прекрасная и абсолютно бессмысленная вещь. Сейчас давайте посмотрим, как это устроено. Где у нас help? Дорогой help. Приди, я все прощу. Syscall. Print int... Нет, вот вывод, давайте вот. Вот оформим. Input. Ой. А почему тут на. Он что, не работает, что ли? А 0 string, а 1 адрес. Ух, ёлки. Что-то не задокументированный, что ли, input диалог. А как это? А что это за печалька? Может, он не работает? Я не проверял. Как обидно. Нет, должен работать. Совершенно справедливо. Вот здесь Александр заметил, что есть же аппаратный рандом. И тогда, конечно, аппаратный рандом будет вполне себе сисковым. Все правильно, Александр. Я именно поэтому в лекциях отдельно упомянул, что речь идет не о аппаратном рандоме, а именно о датчике случайных чисел, который обычно реализован в библиотеке, вот. А в данном случае он реализован в нашей архитектуре условно нигде, а на самом деле в Java, в объемлющем окружении. Слушайте, я такое ощущение, что у нас этот самый 51-й системный вызов не работает. А давайте попробуем, интересно же. Значит, A751, давайте мы на всякий случай передадим туда message.askis. Input. Да. Что сделаем? Давайте введем ли ла A0M ла A1M equal. Оу! Красота! Вот целого числа. Вот. Единственное, что я не знаю, что куда надо записать. Вот, возможно, все-таки вот A0A. Проверяем. Нет. A0M. M. A1A. А, нет, не надо. А он вернет, все, он вернет же нам в A0 значение. Все, все, но. Вот, все просто. Мы вводим значение. Он его возвращает в А0. Вот, то есть смотрите, мы взяли и заменили вот на вот с помощью окошка в графической системе Java. В нашей архитектуре нет такого понятия окошка в графической системе Java. Оно есть, потому что оно содержится в объемлющем окружении. Вот что такое eCall. Вот, значит, у нас в лекции был пример со строками. Заказ памяти о системе. Заказ памяти мы уже написали. Это все, в общем, я проговорил. Сейчас, значит, что... Короче, не надо было мне там болтать, надо было посмотреть, что у меня еще здесь написано. Ну да ладно. Тут ничего такого страшного нету. Ну вот мы не разобрали вот этот пример со счетчиком пробелов, разберите его сами, там ничего сложного. Единственное место здесь, это заказ буфера размера size, вот, у системы. И, а, даже нету заказа буфера системы, считывание строки. Вот, значит, что хочется сказать, какие две вещи хочется сказать напоследок. Три вещи. Вещь первая неприятная. В RARSE есть операция ввода одного символа, read char,
Где-то тут она есть. Вот она, 11. 11 System Call. Традиционно, как в Марсе в эмуляторе MIPS, так и в Марсе эмуляторе RISC-V, работает этот ретчар омерзительно. Он работает только в этом самом в IDE, вот в этой консольке. В командной строке он работает мега отвратительно, он считывает только по одному символу, дальше после каждого символа надо нажимать Enter, ну и вообще вот какая-то полная ерунда, не пользуйтесь им, к сожалению, он сломан и не восстановим. Значит, да, вторая вещь, которую я хочу сказать, среди вот этих еколов есть даже очень, как это, странненькие, типа проиграть мелодию на MIDI-устройстве вашего хост-машины, да, даже не Java, да, а прям вот хождение к вашей звуковой карте на хост-машине, которую, разумеется, в вашем RISC-V нету этой звуковой карты, не предполагалось. Или работа с файлами на вашей хост-машине. Все это типичный ECall в том смысле, что внутри той архитектуры, в которой мы вызываем, ничего такого не наблюдалось, и в проекте даже не было никаких дисков, не говоря уже о файлах. Вот. И третье, что я хотел сказать, что почему, собственно, в Марсе нету memory management? Заказ памяти есть, освобождения памяти нету. Ну, это все очень просто. В любом курсе операционных систем про это говорится, что на самом деле memory management это сложная и задача, в идеальном решении которой никакой серебряной пули нет. Memory management, ну, типичный пример, это фрагментация памяти. Взяли, заказали 1000 штук килобайтных сегментов памяти, а потом каждый четный из них взяли и освободили. Получается, что у нас есть почти полмегабайта свободной памяти, только оно порезано на кусочки по килобайту, и никак их склеить обратно нельзя. Все вот это должно делать за вас операционная система, это сложно, и это абсолютно бессмысленно на том уровне плоского моделирования памяти, с которым мы работаем в RAS. Вот. Поэтому никакого менеджмента памяти нету, заказ памяти есть для того, чтобы динамически размещать там столько данных, сколько нам надо, ну и собственно все. Вот теперь, наверное, все. Спасибо еще раз Александру и Сокращенцу за верное замечание относительно небезопасности той конвенции, которая представлена в данной лекции. Я обещаю вставить замечание о небезопасности в эту лекцию и обсудить ту конвенцию, которую мы с вами сейчас изобретали, вот, с временным хранением, тогда, когда мы будем, собственно, говорить непосредственно про прерывание и про то, почему такая конвенция небезопасна. Вот, если есть какие-то вопросы, задавайте. Если вопросов нету, значит, тогда на этом всего вам желаю доброго, будем надеяться на лучшее и до встречи. Вот завтра у нас послезавтра у нас сети в Linux. Вот, домашнее задание будет. Это будет домашнее задание на макросы и на кадр. Вот, и на некоторые системные вызовы. Ну, в общем, поупражняемся. На чем, собственно, спасибо и до новых встреч в эфире.